Здравствуйте, здравствуйте, Свердловск. Боже мой, какое счастье для вас доехать, вы даже не представляете. Столько всего накопилось, столько всего произошло. Ой, мы прямо даже не знаем, с чего начать. Но начнем с того, что, наверное, есть люди, которые не знают, кто такие группы Мураками. Есть такие присутствующие? О, есть, один-два, прекрасно. Для вас, для тех, кто не знаком с нами, группа Мураками воюет за красоту, за добро, за любовь, за все самое лучшее, что есть в этом мире. Поэтому, если вы с нами, присоединяйтесь, мы будем только рады. Down.
Спасибо большое. От моих вечных танцев с микрофоном у меня ускакивает. Я каждый раз получаю в ответ за это: ну что ты, зачем ты так танцуешь, зачем ты так прыгаешь? Я говорю, зато люди знают точно, что я живьем пою, а не рот открываю. Да, согласны? Да. Ну что, скотч поможет, я надеюсь, а мы продолжим с вами далее. И следующая песня прозвучит. Это является песней гимном фонда Егора Бероева и Ксении Алферовой «Я есть». Эту песню мы написали специально для фильма «Реальная сказка» Сергея Безрукова. Да, и эту песню мы представляли в юморе, в новом луне, представляли Россию, поэтому она для нас очень знакома. А самое главное, не забывайте, что мы все сделаны из чуда. Мы сделаны с чудом.
Спасибо. Знаете, каждый раз, когда приезжаешь на Урал, это приятное ощущение, потому что есть песни, которые ты просто пишешь, да, а есть песни, которые связаны с определенными местами. Есть про Казань, есть про Питер, а есть про Урал. Но следующий не об этом. Говорят же, что надо перед тем, как петь, что настоящего нужно распеться. Вот мама была маленькая распевочка, а сейчас посмотрим, кто впервые на концерте Мураками. Кто впервые? Отлично, отлично. Я вас всех запоминаю, держите пока руки, держите, чтобы все отпечатались у меня в памяти. Итак, для тех, кто впервые на концерте группы Мураками.
Песни, которые очень приятно исполнять именно в тех местах,